Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, и я жительница села Митяево Сакского района. Сегодня я хочу рассказать вам о братской могиле жертв фашизма в селе Митяево. До войны 1941-1945 года село Митяево называлось Новый Карагут. Боевых действий возле Митяево не происходило. В основном все бои шли возле села Шелковичное. И постоянного гарнизона немцев в селе не было. Но весной 1942 года немецкие оккупанты собрали в школе всех оставшихся в селе евреев. Людям было сказано, что у них будут брать кровь на анализы. Затем все евреи целыми семьями были выстроены в колонну. Их повели на самое высокое место в селе. В настоящее время там возле этого места стоит Митяевская средняя школа. В то время там находилась печь для обжига известняка и огромные ямы. Всего в колонии насчитывалось около 80 человек. Это были женщины, дети, старики и больные. Детям под носы немцы мазали какой-то жидкостью и сбрасывали в яму. Остальное население расстреливали. Люди падали в яму. Кто уже мертвый, а кто еще живой? Еврейское национальное общество на месте гибели людей поставило памятник. Каждый год проводится работа по благоустройству памятника. К нему возлагаются цветы. Несколько лет назад школа связалась с еврейским национальным сообществом Хава Нагила в Евпатории. Они установили памятную доску и звезду на памятнике. И каждый год проводят молебен возле памятника. А что ты знаешь о своем селе?